көктем басталды, күн жылынып келеді, сондықтан да қыстан кейін қаланы көркін біз қалпына келтіруіміз керек. Сол жұмыстармен қазір айналысуды бастадық. Былтыр бірнеше көшелерде орташа жөнде жұмыстарды түсінген болатынбыз. Бурова көшесі жақсы жағдайда, Қабанбай Батыр көшесі, Космическая көшесі де былтыр жасалған болатын. Биыл оның жағдайы жақсы. Мы начали объезд по городу именно с тех улиц, где в прошлом году были работы по среднему ремонту. Проверили несколько улиц. Улица Бурова, которую в прошлом году мы делали средний ремонт, сейчас в хорошем состоянии. Улица Космическая в прошлом году мы успели сделать тоже в нормальном состоянии. Улица Қабанбай Батыр тоже на хорошем состоянии. Но вместе с тем есть проблемные участки, это касается тротуаров. И в этом году в рамках гарантии эти компании, подрядчики обратно сделают свои участки, где возникли проблемы. Это касается тротуаров. Весна пришла, поэтому сейчас мы должны уже активно начать работу по приведению порядка мест, где часто наши люди посещают горожане. Это и набережные, и Мемориал Славы, и другие места.